Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет китайка, и мы будем прокачивать очередного героя для архидемона. Хочу его там потестировать. Это у нас будет вот такой повелитель бури. Мы сейчас его прокачаем по максимуму, сколько сможем. Сделаем агментацию. Прокачивать по левелу я особо не буду, потому что я отдельно потом затестирую с другим талантиком. Просто расскажу, покажу, где как его использовать. Основная, как бы, основной плюс этого героя, он офигенно станет, бьет по зоне. И также у него идет 12% урона с руки, то есть он фактически впирается на том же самом архидемоне. В потолок урона 500 тысяч, и этого вполне хватает. Особенно он будет полезен тем, у кого нет особо много ресурсов для прокачки и хочет набить там топ, попасть, например, в топ. Где его еще используют? В последнее время его используют даже на арене. На арене он офигенно тоже выносит кристалл, так как кристалл имеет нормальное здоровье. Там даже череп СУ не настолько полезен, как повелитель бури. В PvP-локациях, в забытой битве, там, например, в лабиринте тоже его использую. Очень-очень неплохо смотрится, особенно если станущая команда. Думаю, в дальнейшем вам позаписываю видосы с разными сборками героев и возможные варианты, как можно сливать топовые пачки. Так, ну вот такое у нас 2-2, говорю. На 2 прокачано умение его. Каменная кожа по талантикам. Атакующий талант, ему есть смысл поставить на архидемона, чтобы его столб наносил побольше урона. С руки он у вас все равно упрется в потолок. Если брать все остальные варианты PvP локации, все-таки остановился на каменной коже либо ожоге. У меня на основе, кто смотрел, есть стоит ожог и каменная кожа. Я ему не ставил ни бог войны, ни грубую силу, ни бастион. Потому что из-за того, что у него очень много урона, он на любой отражалке просто себя сразу снесет. То есть тут проблемка, урона у него и так хватает, его лучше обезопасить, поставить ему какой-то дефный вариант. По рунам на PvP локации ставите ремочку, чтобы он первым включался. На там другие локации можно там атакующие таланты при такой сборке, как у меня, поставить там эмблему. На грубую силу этого вполне будет хватать. По артефактам, ну тут все индивидуально, он в основном у меня стоит в медальке. Ну бывает ставлю его еще иногда в крит, там, либо в кубок. То есть это все зависит от локации. По питонцам аналогично. Я бывает ему ставлю слона, но слона смысла ставить особо нету, чисто если на уклонение. А так в основном он бегает там с ангелом, чтобы меньше урон по нему проходил. Соответственно, он дольше выживал. По снаряге, сейчас мы его прокачаем. Сделаем сегодня интересную сборочку. Буду его прокачивать под архидемона. Так, ну что, поехали. Делаем ему эволюцию. У меня карта есть. Забираем книжечки. Вот так вот он у нас уже эволюционированный. Давайте его агментируем сейчас по максимуму. Так, получили. Поехали, делаем до 20-го агментацию. Повелитель дырочек, реально очень кайфовый герой. Так, агментация. Вот, у нас дополнительно открылась сила. Так, ну, что ему по чарам? Давайте так, чары посмотрим. Возможные варианты, какие есть. Что я на нем использовал, пробовал. У меня он был со слеплением, честно говоря, не понравилось. Ставить ему победный выпад, тоже интересный вариант. Урона много, но опять же будет очень сливаться. Но у него будет там отражалка еще на пятерке 15%. То есть, грубо говоря, на 15% он будет меньше получать. Хранителя леса смысла особо нету. Самое топовое, если на PvP локации, чтобы первым это
Я не помню, как он, победный, не победный выпад, а ложный выстрел, по-моему, или как. Вот этот вот талантик плюс одна клетка. Еще вариант, у меня стоит доспех, потому что у него урона дофигища. Вокруг него еще плюс дополнительно урон будет. То есть у меня с доспехом плюс жизнь. Самый как бы оптимальный вариант это вот доспех для него поставить. Ну давайте сейчас попробуем что-то вытащить. У нас там еще 24 коробки есть. Плюс одна клетка. Ну, двоечки, это все такое. Хранитель леса, тройка. Ослепление 5-5. Ну, с этим ослеплением, блин, я уже не знаю, что делать. Это просто жесть какая-то. Смотрите, на героях у меня ослепление дохренище. Так. Доспех. Хочется каких-то пиромагов, а тут одни ослепления лезут. Ладно, давайте пока поставим временно. Давайте сейчас коробочки пооткрываем. Мы еще будем делать героев. Так, плюс 15 урона. Я хочу потестировать его с ослеплением, попробовать, возможно, зайдет на архидемона, хотя я не знаю, или оно будет особо полезным. Но ему и урона особо добавлять тоже смысла нет. Но тут кулдаун. Давайте все-таки так сделаем. Поехали дальше. Хранитель леса. Он не нужен. Вот есть доп у нас. Так, 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 так. По-моему, там нужен был Тафрея. Бигфут тоже с усыплением. Ладненько, оставим это на медузу. Так, поехали. Немножко ему чары приведем. Порядок созвездия. Так, ну по созвездиям я хочу его собрать на крит. Вырвать ему крита побольше. Так, пятерочка есть. Крит урон. Чтобы его столбик нормально дамажил. Сути его лучше всего, конечно, собирать там, в уклонении, чтобы меньше по нему попадали. Ну, это чисто пвпшная сборка, а тут я хочу его попробовать потестировать на архидемоне с отражением. Поэтому хочу по максимуму урона, чтобы наносил он. Так. И то. Это плохо здесь криты падают. Вот пятерочка, отлично. Видите, как жизнь падает. Сейчас мы еще и пойдем ему скилл немножко прокачаем. Сделаем 11. Так, уклонение. Уклонение не надо. Вот отлично, еще одна пятерка. Нравится мне на китайке созвездие ролить, как-то они здесь получше падают, чем на основе на русском сервере. С чарами, конечно, тоже та же самая беда. Так. Ну, давайте уже крит. Точность. Не хотят, не хотят они дать нам возможность нормально прокачать его. Так, четверочка. Блин, убрали бы это ограничение, тоже теряешь. Себе так бы ролишь себе в кайф. А тут, блин, еще ждешь время.
Ой, жизнь, боль. Так. Пятерка, уклонение, нафиг не нужно. Один из героев, которого я давно тоже хотел прокачать, я его прокачаю на максималку, сделаю потом немножко другую сборку, уже сделаю обзорчик на него. Пока так чисто вам показываю, что можно сделать. Конечно, лучше все-таки не на крит его, но если PvP локация, крит тоже пойдет. Но уклонение получше будет, чтобы по нему поменьше попадали. У него иммунитеты, все дела. Герой очень интересный. Я им даже бегаю, бывает, иногда на битве гильдии. Так, еще одна пятерочка, отлично. То есть для него идеально все-таки уклонение тоже. Так, точность. Попробуем его уже на атаке фортов через недельку. Так, отличненько. И последний. Тут можно... Не, уклонение нам тут не надо. Урон, крит, урон. Сейчас опять будет как на этом. Сольем 100 тысяч самоцветов. Как на основе. Смотрите, как говняна начала падать. Вот, отличненько. Крит, урон. Вот такая вот сборочка у нас будет. Давайте сейчас ему вкачаем скилл. Так, я посмотрю, что у меня там. Еще три штучки есть, нам надо два. Один у нас будет в запасе, потом с другим талантиком прокачаем. Так. Так. Давайте ему еще скилл вкачаем сейчас. Так, есть. 221 надо, чтобы на максимум, даже больше чуть-чуть. Вот так он у нас уже 10-10. И идем сейчас посмотрим в судьбу. Так, здесь вот он у нас. Сейчас мы ему здесь еще немножко прокачаем. Да, на 12-ку нам пока не хватает. Надо будет еще пару героев подкачать. Так, сейчас Минотавром. Золото надо подфармить. И прокачаем ему сразу 11-й скилл. Ну, а потом уже по левелу я его подниму. Мы его затестируем. В принципе, я тест уже у себя на основе делал. Сделаем немножко с другим талантом. Проверим его, как он будет себя показывать. Я знаю, конечно, что никак, но чисто для архидема, я думаю, будет интересная сборка. Самое главное, чтобы у нас на архидема не хватило скиллов всех. Так... Да, хочется уже, конечно, 12-е скиллы здесь открыть. Но пока это еще
В принципе, реально, но надо будет посидеть недельку, помучиться. Тогда можно будет 12-ки пооткрывать. Так, есть. Поехали дальше. Камней у нас, в принципе, должно хватать. Так, значки почета. Заберем сейчас плюшечки. Вот у меня еще плюшки есть. Вот такие вот. Еще одна грубая сила воодушевления. Это с акцией. И кучу камней достали. Сейчас надо будет значки почета еще пооткрывать. Книг надо очень много. Так. Идем, значки почета. Подадим немножко книг. Сейчас он, видите, зонально бьет. Сейчас быстро, наверное, чикнут. Да, быстро убили. Но все равно живет. Живучий, живучий. И без уклонений. Так, еще немножко, еще чуть-чуть. Ну вот, делаем за 5 камней. Все отлично. Вот у него открылся уже. Можно дальше его будет прокачать, но пока не буду спешить, надо еще других будет героев докачать. Вот такой у нас уже повелитель бури. Я его уже на вторую эволюцию докачаю и потом уже сделаю обзор на архидемоне, его потестируем. А так, в принципе, очень-очень интересный и достойный герой. Почти справился с черепом. Все, пишите комменты, подписывайтесь, делайте лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.